потому что не ломали, не разбивали. Света пропускаемо уже уменьшается. А света как такового с пола это? Что, свет сверху вниз? Для чего тогда? Для подсветки, для красоты, по проемнику. Да, лучи идут и все. Оно идет. А смысл того, что ну, ложится, и, то есть светопропускаемость уменьшается. Нет, ты чуваешь, видно будет. Понятно, что будет видеть. Это подсвечает путь, то есть путь. Это не путь безопасность, пешеходы или что-то. Оно никаким вообще. Проектировщик сказал сверху положить поликарбонат на светильник. Нет, мы можем убрать, Пусть их разобьют через месяц. Потому что у нас здесь сегодня поменяли этот фонарь, потому что его реально просто разбили камнем. Да, камнем специально. Здесь очень толстое стекло, его невозможно разбить. Это целенаправленно стояли и не разбили. Нет, я не спорю, что там кто-то... Мы только вот эти антивандальных с этих побуждений. А вот то, что влага там пропускает, его уже надо вот менять. Уже надо. А их несколько, вот они. То есть их сейчас ложим поликарбонат, да, а влага там осталась. Сейчас будет минус, он замерзнет. Это вот все невгодность идет. А вот да, у меня что-то вопрос вот именно потому, что краска начала растрескиваться. Она из чего сделана? Карбонат? Или же металл? Ну а нет, там каркас металла, а обшита. Чем она обшита? Оцинковка. Металл. Металл. Металлическая покрашена краски автомобильные, загрунтованы. Ну да, вот этот